перетягиванию каната. А где же тип? У моей команде будете тянуть. В какую сторону? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить. Все правильно, в ту. Итак, начали! Раз, два, три, тяни. Я не понимаю, а ты почему не тянешь? Все. Канат. Где? В руках у тебя. Что, тупин? А это не канат. А что это? Это трос. Где трос? Не отвлекайтесь, тяните свой канат. Что это главное, вы ему дали канат, а мне трос. Подсунули что-то, я не знаю. Как я тяну, кому буду сейчас. Просто я не знаю. Да где же трос? Да господи, нет никакого троса. Оба тяните канат. Дайте канат, буду тянуть канат, понимаешь? Дали мне что-то, хотя бы меня. Хорошо, хорошо, оба тяните трос. Все-таки интересно, а где же трос? У вас в руках. Насколько я разбираюсь в канатах, это канат. А вы представьте, что это трос, и тяните трос. Первый раз вижу, чтобы канат был тросом. Хотя и канат тоже первый раз вижу. Я вас умоляю, тяните! Подсунь. В какую сторону? В ту! В какую? Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону! А что это главное, ему свою сторону, а мне в какую-то ту? Может быть, я тоже в свою сторону хочу тянуть? Хорошо, хорошо. Поменяйтесь местами, поменяйтесь. Не ори на меня. Поменялись? Итак, начали! А что это у меня трос кончился теперь? Я не знаю. Где я буду тянуть? И канат отсутствует. Тогда теперь по команде хватайте и начинайте тянуть. Итак, начали! Видите, трос. Поменяем тактику. Значит, по моей команде. Хватаешь свой канат и бежишь с ним вон в ту сторону. Понял? Оттуда. Ты соответственно берешь свой трос и несешься с ним вон в ту сторону. И только тогда, когда я скажу, начали! Что опять? Ой, вы знаете, у нас перепуталось. У меня не трос, а канат, по-моему. Да, ты что, трос позвал уже? Вот ваш трос, вот ваш канат. Все довольны, у вас трос, у вас канат. Тяните. Пусть, тяни. Господи, свершилось. Итак, состязание по перетягиванию каната. Скажите, а кто победил? Ну и что, кто победил? Вася победил, да?